Речные круизы, прогулки на теплоходе, водные туристические маршруты популярны не только сегодня. В 30-х годах прошлого столетия любители легкой качки отправлялись в путешествия на судах с громкими именами. Среди таких туристов были и слобожане. Вот справочник «Путеводитель по Волжье», датирован 1931 годом. Его слобожанин Рыбаков приобрел за 1 рубль 50 копеек. В него же вписал всю расходную часть своего путешествия. Вот здесь, значит, он все очень подробно записал. Сколько на утренний чай, сколько за фотографирование с него взяли, сколько ушло на мороженое, обед. Информация интересная. Расценки на начало 30-х годов 20 века. Не менее любопытен и сам справочник. Он предлагает очень много самых разнообразных маршрутов любителям путешествовать, чтобы познакомиться с различными городами Поволжья. Но поскольку это справочник характерный для своего времени, то вначале, конечно, как и было положено, открывается он разделом, который рассказывает об истории революционного движения в Поволжье. Затем дана информация о хозяйственной жизни этого края, и только потом предложены разнообразные маршруты. Кто мог себе позволить ступить на них? Чаще представители интеллигенции. Они в то время, например, могли посетить и наш город. Под общим заглавием «Вятка» предложены маршруты 39 и 40. Из этого раздела мы узнаем, что река Вятка судоходна от села Мулино, а от Мулино до Слободского и далее до Вятки пассажирские пароходы ходят до спада вод. Ну и перечислено, а чем интересны эти города, населенные пункты, которые можно посетить. Про Слободской на тот момент было сказано, цитата, «В 2 километрах от города имеется спичная фабрика «Якорь» и несколько небольших кожевенных заводов. Сегодняшних туристов в наш город больше привлекает архитектура. Правда, полюбоваться на нее с воды возможности уже нет».